Ребятушки, всем привет! Рада видеть вас на нашем канале. Посмотрите на эту милашку. Я ее заинтересовала вкусняшечкой, и она подобрела. И даже меня не укусила сегодня ни разу. А вчера как будто кусала. Тузенька, не надо делать такие запасы, не надо в щечки запихивать ничего. Надо. Ребят, посмотрите, как мило Сёма вместе с Тузей кушают. Да ты что? И что самое интересное, они не боятся друг друга, знаете почему? Пускай молит Бога, чтоб я в клетку не залезла к нему. Знаете почему? Потому что они за стеклом. Они только могут наблюдать друг за другом, и все. Ой, какая страшная у него морда, боже, сейчас бы как дала кулаком. Хоть у меня и нету. Хозяйка, если б я была человеком, то б я на твоем бы месте, я бы уже в мусорку выкинула этого ненужного хомяка. И куда ты пошла? К Сёме хочешь, да? А к Сёме нельзя, он боится. Там же стекло. Он боится тебя, поэтому Сёме нельзя. Стекло. Боится. Ребят, у меня иногда такое ощущение слаживается, знаете? Ну и какое? Что вот она прям специально хочет к Сёме пролезть. Ну, знаете, что... Чтобы как вмазать ему. Чтоб мозги отлетят. Но я боюсь... Или, может, хоть поумнее чуть-чуть станет. Я знаете, чего боюсь? Я боюсь, что у него случится какой-то приступ. Ну, мне и слава Богу. Жалко. Иди сюда, вынай с коробочки. Там нема вкусняшечки. Похоже на автомобиль какой-то, да? Да. Прям похоже. Ты что, у тебя галюны или как? Тузябиль будет. Тузябиль. Вылазь. Это салфетки были, ребята. С ароматом бамбука. Фу, что за салфетки? А ей так понравился, наверное, запах, что она решила жить в этой коробочке. Да ты что? Тузя. Тузюля. Что надо? Идем. Ой, моя куда? Ты хорошая. Я тебя буду успокаивать. Знаете, что мне ветеринар посоветовал? Ничего себе. А тебе? Когда у нее начинается нервный срыв, и она начинает бегать и бросаться на кого-то, ее надо взять, придавить и погладить. Нифига себе! Вот я так и делаю, ребята, чтобы она стала добрее. Ведь доброта, говорят, спасает все, и мир тоже. Хорошая у тебя доброта. Классный врач просто, ветеринар супер. Надо туда Сёму записать. Может, он ему особые таблетки припишет. Меня так давить и гладить. Нифига себе. Моя ты куколка, ушастая. Чтобы у меня вообще кишки вылезли. Давай, ты как придавишь, что капец. Куси, моя халюся, куси. Ребята посмотрят, как ты умеешь жевать. Ну да ты что, это ж так интересно. Ребята, а что она кушает? А ну угадайте. Никогда не угадаете. Я даже знаю почему. Потому что я и сама не знаю, что это. Это бабуля принесла. Сказала обрезки и, в общем-то, хотела выбросить. И, в общем-то... Значит, ты мне дала что-то гнилое из мусорки. Спасибо за вашу доброту.